Так, сейчас снимаем Юпитер впервые в 21 году. 21 марта 2021 год, 4:47 по Киеву в Харькове. Полетели на Юпитер. Встающие из-за горизонта. Второй дубль, светочувствительность 800 ISO, предыдущий дубль был на 3200 ISO, и это было очень-очень-очень мыльно. Ну, тут, конечно, над горизонтом только поднимается наш Велетень. Сейчас на автонастройках надо попробовать снять. Должны быть на автонастройках большая светочувствительность чуть попозже, наверное. И спутники должны быть видны. Должны быть видны. Сейчас все четыре спутника находятся справа от Юпитера. Я надеюсь, до того, как окончательно разведнеется, совсем светлым станет небо, их зафиксировать. Так, это резкость еще. До Юпитера 850 миллионов километров. Ой, дрожит из-за ветра, тут я уж ничего не сделаю. Поехали на Сатурн посмотрим. А то он вдвое дальше, мельче. А мы запросто можем его просто потерять из виду. В самом скором времени. Не убегай, не надо, не убегай. Ты ж мой золотце, да ветер, ну что ты, что ты поделаешь? Трясет нас ветер-ветерок. Значит, 1 580 000 000 километров сейчас до Сатурна с его чудесными колечками. Ветер минус 2 на улице в Харькове. Это позволило нам по застывшей грязи вчерашней протупать аки посуху. И ты где? Сейчас резкость попробую. Да, не надо было пробовать. Фух. Дыхание затая. Да, наверное, сейчас даже смысла на более низкие ISO переходить нет. Фух.
как же я рад вас видеть, ребята, снова наши газовые гиганты. Ничего, первый блин комом, конечно, и погода нам благопрепятствует. И положение планет на небе не самое удобное для наблюдения. Но лиха беда начала. Какие еще поговорки, я сейчас не сказал. Хорошо, сейчас будем снимать другие дубли. Да, вот это ISO 800 у меня. Надо это я озвучиваю, чтобы потом не в данных это записывать, а на видео мог посмотреть. Вам эта нудная информация не нужна, как и предыдущая. Так, 4.53 по Киеву, в Харькове 21. Что там, марта, березень. 2021 год.